Así que ahora vamos a escuchar lo que va pasando. Заходите к нам на огонек. Горилку, которую вот мы решили просто вот, ну, не захотели мы просто так расставаться с Анной, так все дело вот пошло прям вот по маслу. Queridos amigos, estamos de nuevo en el aire, gracias a Rodolfo Oneto en la operación técnica, estamos con una botella de Gorilka. Gorilka es el vodka artesanal que prepara nuestro amigo ruso en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Да, и мы сегодня пробуем с апельсиновым. Hoy probamos vodka sabor mandarina. Salud. Нашего предприятия. Да. Ну и за здоровье, конечно, и за Exitos. Demos. Qué exquisito sabor. Sí. Se huele bien, pero no tomo Gorilka. Opa, es fuerte. Yo no tomo alcohol, pero me mojé los labios. Es extraordinario. Pero vodka. Lucha, Gorilka forma parte de Perla. Да. Verdad? Да, я еще раз горжусь вами, девочки, все мои перучанки. Пока отходит наша Ева. У нас настолько талантливые все женщины, я не говорю, что это русские женщины, это русскоговорящие, все из как бы бывшего Советского Союза. И вот я Анну тоже приглашаю. Все занимаются буквально всем, ну, всевозможными буквально вещами и кулинарией. Разных, так сказать, кто-то коптит рыбку, очень вкусно делает мясо, вот, кто-то делает тортики, зефиры, кто-то шьет, вот, а кто-то делает горилку такую потрясающую. Так что имейте в виду, что существует теперь вот буквально с апреля месяца в Аргентине, в Буэнос-Айресе. И вообще, в общем, мы собираем-то по чату со всего мира, можно сказать, русскоговорящих женщин, которые вот что-то пытаются за границей делать, да, не просто сидят сложа руки, а вот что-то пытаются делать, развиваться, вот, и, кстати говоря, у всех получается просто супер, молодцы, девчонки, спасибо огромное. Спасибо. Вот, и еще спасибо, creo que después de haber tomado un traguito de Gorilka, Анна podría interpretar a capella en idioma ruso. Sí, да. Alguna de las canciones que cantó en español. Давайте мы выпьем еще, еще. Как бы, да, перед тем, как петь на русском языке. Para la voz. Да. И будем как с того мультика. Сейчас спою. Сейчас спою. Fuerte el vodka. Ну да. Qué fuerte, вот кофе. Ну, знаете, мне нравится. Es otra cosa. Очень вкусная, апельсиновая. Да. Bueno, estás con el valor para comenzar con capela. Sí, sí. ¿El vodka te prepara? ¿Estás lista? ¿Tira toda? Claro, yo puedo sin vodka también. Muero de amor en ruso. Я без тебя умираю от любви, я не могу ни дышать, ни ждать, ни жить. Я все вижу один лишь сон, что ты пришел и снова рядом. Я без тебя умираю от любви, я не могу ни дышать, ни ждать, ни жить. Стал пустым бег моих минут, и для меня
Время застывает без тебя. Я уже на русском акценте пойду. Спасибо. И cambio dolor por libertad. ¿Cómo sería? Меняю боль, я на свободу. Попробую спеть. Сейчас. Cambio dolor. Ой, извиняюсь. Это русо. Видите, водка дала о тебе знать. Сомаш нельзя. Итак, по-русски. Меняю боль, я на любовь. Я меняю свои раны на мечты о лучших днях. Меняю боль, чтобы обрести много счастья и свободы, чтобы дальше мне идти. Меняю боль. Меняю боль. Мой ну давайте теперь Hay que producirlo, Вы запомнили? Я нет. Вы запомнили? Меняю боль, я на любовь. Я меняю свои раны на мечты о лучших днях. Деспасито, вам нужно его. Меняю боль, я на любовь. Я на любовь. Я меняю свои раны на мечты о лучших днях. Я меняю раны. Свои раны на мечты о лучших днях. Cántenlo ustedes, yo escucho. Меняю боль, я на любовь. Я меняю свои раны на мечты о лучших днях. Меняю боль, чтобы обрести много счастья и свободы, чтобы дальше мне идти. Вообще здорово. Вот видите, какие у нас талантливые девочки. Вот только что, о чем я и говорила. Какие у нас талантливые ведущие. Ой, спасибо большое. Qué talentosos que somos. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что 4 ноября будет ровно год, как появилась программа «Наш огонек». И мы всех уже приглашаем, то есть заведомо говорим, что обязательно что-то будет, что-то, ну что, конечно же, мы потом все расскажем. Вот мы Анну уже привлекаем. Да. Так что у нас теперь целая команда, и действительно, вот мы ее назвали билингвы, потому что не получится, как вы видите, петь только на испанском или на русском. Все, мы уже наши, мы свои, уже здесь, даже в Аргентине. Мы должны петь на двух языках, по-другому уже все не выжить, потому что мы часть этой культуры, уже этой страны, но мы все равно еще русские, да, русскоговорящие, русскоязычные, и наша душа принадлежит еще той стране, нашим традициям, нашей культуре, и мы хотим разделить это с вами, дорогие аргентинцы. Правильно? Да. Да. Прекрасные слова. Прекрасные слова. Наши режиссеры. А может быть, споем русскую народную? Ой, давайте, давайте. Ой, мороз-мороз. Она была впечатлена нашим конем, Дон. Она была впечатлена нашим конем. Да, я в восторге. Хорошая песня, можем попробовать. А ты знаешь слова? Чуть-чуть. Первый. Можем. Очень просто. Я не очень, если честно. Про коня. Может, мороз-мороз? А, ese tema про коня, el tema de los caballos, es una belleza. Еще, это же надо. Давайте еще. Надо допить. В прямом эфире, между прочим. Ну что, за ваше здоровье, дорогие друзья. За ваше здоровье. Все вместе выпить сложно, честно говоря. Бокальчик из-под шампанского непонятно, сколько там. И на verdad, primera vez fue водка con sabor naranja. Ну, очень вкусно. Nunca vi. Qué rico. Qué rico. Слезы с глаз. Ну, крепкая такая, что мама дорогая. Ну что, мороз? Мороз? Давайте. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. А что дальше? Там я же говорю, не морозь, жена. Жена, коня. Давайте опять крак про коня. Все, мы не знаем слов, опозорились буквально. Ой, да. Выяснилось, что не знаю. Выяснилось, что не знаем под самый конец. Ну, ничего страшного. Дорогие друзья, вот давайте так. Все, что вам интересно услышать, увидеть, и, конечно же, в плане репертуара, песен,
испанские, это аргентинские песни, английские, русские, ну, конечно же, фольклорные или эстрадные. Может, вам нравится какая-то информация о каких-то наших певцах или актерах, может быть, современных сейчас, эстрадных, которые там, не знаю, Лобода, например, да? Мы с удовольствием будем рассказывать что-нибудь интересное об этих людях, да, и, соответственно, показывать их какие-то вам полюбившиеся песни, например. Давайте мы сделаем такую традицию, потому что как здорово, вот все-таки, да, все-таки радио без песен, ну, скучновато, да? А вот сегодня попели, поплясали, здорово, мне очень понравилось. Мне тоже. Напишите свои отзывы. Понравилась вам программа сегодня наша? Подписывайтесь на наш канал «Наш Огонек», на наши странички Facebook и Instagram. Пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно не забудьте, когда вы подпишетесь на наш канал в YouTube, поставьте колокольчик обязательно себе, чтобы к вам приходили наши новые программы. И не забывайте, что мы появляемся в прямом эфире. Все это импровизация полная. Вот, и мы появляемся каждый понедельник в 21:00. Наша программа подходит к концу, и мы должны всех поблагодарить успеть. Queridos amigos, suscríbanse a nuestros canales, la página en Facebook, Nash Aganiok, el Twitter, el Instagram, Nash Aganiok, y síganos en el canal de YouTube también, Nash Aganiok. Bueno. Кадалунс. У меня есть несколько новостей. Да, ну можно будет сказать сейчас новости и в конце поблагодарить наших спонсоров. Quedó pendiente la traducción al idioma español del agradecimiento a la persona más importante, nuestra conductora Liliana Borisiuk, que realizó la conducción del evento de la cena benéfica en el Hotel Feldspar. Una entrega inmensa a la comunidad, como siempre. También quiero anunciar que mañana, a primera hora, a las 6 de la mañana, la abogada Liliana Borisiuk comenzará a dictar clases de idioma ruso en un penal de máxima seguridad como profesora titular de una universidad que tiene presencia en una unidad penitenciaria. Es increíble. Felicitaciones. На политбюро. И también voy a pedir que Eva traduzca, que me ayude, o que me ayuden con la traducción. Hay una app, una aplicación que compite con Uber, que es rusa. La historia es así. Un invierno de hace unos años, muy poquito tiempo, 2 años más o menos, en Yakutia, en una región muy fría de Rusia, la temperatura había llegado a menos 45 grados bajo cero y los viajes en remis se habían encarecido mucho por la demanda. Unos jóvenes universitarios de la Universidad de Yakutia, allá en Rusia, desarrollaron una app para hacer un precio justo, como una subasta entre lo que está dispuesto a pagar el pasajero y lo que cobra el conductor. Esa aplicación está revolucionando el mundo, se llama InDriver, que es Independent Driver. La pueden bajar desde el Play Store. Todavía no está en la Argentina, pero va a entrar en la Argentina muy pronto. Y entiendo yo que se necesita gente de la comunidad rusa para ser la cabeza en cada ciudad de la Argentina para el desarrollo de esta app. ¿Можешь переводить по-русски? Me lo perdí casi la mitad, ¿sabes? Bueno, hay una app rusa que compite con... Сантьяго рассказывает, что есть такая... Есть такое аппликацион, да, приложение. В России, в Аргентине пока этого приложения нет. В Сибири, когда было минус 42 градуса, молодые люди, да, из университета. Группа молодых людей из Якутии, как я поняла, да? Якутия, Якутск. Да. Сделали, ну, то есть... Готовили это... Да, приготовили, сделали вот этот аппликацион. Приложение. То есть, в котором можно самим назначать сумму, правильно? Ну, то есть, например, просто я знаю... El precio justo. Например, поставить 500. Просто я знаю, что есть такое приложение, на самом деле это так. Ставишь сумму, указываешь сумму, и на эту сумму водители могут согласиться.
То есть, например, 500 рублей. И... То есть это как бы торгуешься, да? Да, да. И это очень удобно. То есть, например, вот у студентов есть только 400 рублей. Они ставят 400 рублей. Кто из водителей согласится, тот принимает это предложение. И это очень удобно и экономно. Эта пока... аппликация le está ganando la competencia a Uber en el mundo. Ya están en 300 ciudades y quieren entrar en la Argentina y se necesita que la comunidad de inmigrantes rusos en la Argentina que se pongan en contacto para ser los jefes de cada ciudad. Это приложение уже завоевало более 300 стран, да? Да, 300. Да, я более 300. И более популярно, чем Uber уже. И нуждается в распространении его по миру. И сейчас это возможно в Аргентине. Активно, да. А что для этого нужно? Да, мы можем, безусловно, мы как программа, которая, в общем-то, в соцсетях и уже как бы набираем свою аудиторию, мы тоже можем активно распространять. Что для этого нужно? Пожалуйста, мы готовы, потому что давай это здорово. Давай ты еще назовешь, как называется аппликация? InDriver. InDriver, да? InDriver. InDriver. Есть такое, я знаю. Дорогие друзья, InDriver. Эта программа называется, и давайте будем активно ее развивать, потому что это очень удобно, это классно. Хочу напомнить о том, что 19 октября клуб «Белинский» отмечает одну из своих годовщин, приглашает также отметить. Кстати говоря, в этот раз вход будет всего 100 песо, и там на месте вы можете купить все, что вам пожелаете. Там будет и осада, и пирожки, и капуста, и даже они готовят по очень специальному рецепту маринованные грибочки. Ну и, конечно же, будет концертная программа, интересно, вообще просто будет здорово. От всей души вас приглашают на это мероприятие. И еще у нас предстоит выставка «Виолетты Метелицы» с ее замечательными картинами, где она будет не просто как бы представлять свою выставку, свои картины, но и, конечно же, будет читать свои очень замечательные, очень такие трогательные стихи на русском и на испанском языке. Вот, программа подходит к концу, и я бы передаю опять слово нашей гости Ане Ивановой. Ой, спасибо большое за приглашение. На самом деле, очень рада всегда здесь знакомиться с новыми русскими людьми. Спасибо. Очень приятно. Мы давно переписывались, но вот наконец-то познакомились вживую. Большое спасибо Рудольфу и Марио Онетти, это братья, которые вот нас приютили в этом, можно сказать, даже не скромном месте. Вот ты обратила внимание, какая вообще классная студия. Я в восторге, я просто в восторге. Какая красота, как все вообще великолепно. Надо сказать это на испанском. Они еще пока что не выучили русский язык, но уже как бы Рудольфа понимает уже так. Да? Digo que muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá con la gente rusa porque estoy extrañando mucho, aunque con argentinos estoy perfecto. Y también quiero decir muchas gracias a Rodolfo y Mario. Y Mario, que nos ayudan mucho con técnica, con... con el sonido. Con el sonido. Y con todo. Las luces. И mucho gusto de conocerte, Eva, también. И Сантьяго. И Сантьяго, claro. Y yo soy feliz de haber conocido personalmente. Chicos, al final he conocido personalmente a la famosísima Ana Ivanova. Спасибо. ¿Me equivoco o es su debut como conductor, no? No, ya estuve antes, ya estuve antes, estuve antes, pero me pidieron que hoy no venga de amarillo. Ah, ¿eh? Te felicito. Ну, тебе вот очень подходит вести новости, но вот когда ты, мы хлопаем, мы просто как загипнотизированные хлопаем, вот точно вот на политсобрании. Вот, я думаю, что тебе пора в депутаты тоже с Лилианочкой нашей. У тебя есть такая харизма, потому что я думаю, что мы делаем? Да здравствует наша дорогая страна! Ура! Ура! А еще мне очень понравились эти цвета, как вот сделать. Стоит. Да, это вот то, что вы видите, это цвета во флаг да, Аргентины, это как раз вот и ребята стараются, чтобы... Это они сами сшили, это мы их не просили, они сами подготовили, сшили. А кто так придумал вообще? Как интересно. La idea es tener cuatro banderas. La bandera de Argentina, la bandera de Rusia, de Ucrania y de Belarus. Esa es la idea. Pronto las conseguiremos. Все, программа заканчивается. El programa se termina.
Как же? Ограничивает, да, действительно, всегда же расставаться, всегда не хватает времени. Nunca hay tiempo suficiente. Да. Но ничего страшного, все самое интересное у нас только впереди, поэтому приглашаем вас каждый понедельник в 21 час. Заходите на страничку Demos Radio Visual, на наш огонек, на программу, и смотрите нас буквально в прямом эфире. Nos vamos cantando. Nos vamos cantando. Bajita. Vamos cantando, bajita. Катюша! 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 Próxima semana, amigos. Заходите к нам на...